Всем большой привет! Сегодня мы поговорим о новом поколении BMW 3 серии, которая уже выехала на дорожные испытания. Само собой, прототипы новой модели пока закрыты большим количеством камуфляжа. Но несмотря на это, уже можно выделить некоторые детали будущей новинки. Сразу бросается в глаза, что третья серия сохранит свои узнаваемые пропорции. У прототипа такой же длинный капот, короткий передний свес и длинная колесная база. А вот его передняя и задняя часть изменится кардинально. По технической части и салону официальной информации пока нет, но уже известно, что третья серия будет доступна в бензиновой и полностью электрической версии. Но в отличие от старших моделей i5 и i7, это будут совершенно разные автомобили. Обычный вариант построят на платформе Clark и предложат широким выбором бензиновых и дизельных моторов. А электрокар получит полностью новую архитектуру Neue Klasse и будет выполнен в стилистике одноименного концепт-кара. Официальная премьера новинки состоится ближе к 2026 году. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте. Всем пока!